взяли супер квадратный американский джип Wrangler и поедем на нем в горы. Будем там хайкать и снимать с дрона нового. У-ху, с нового дрона. Синий? Нет. Белый? Белый, вот тот. Белый заебись. Это смешно, конечно. Блин, синий классный, но не наш. Синий был бы клевый. Как лотерейку стираешь, есть ощущение? А этот парень вообще что здесь делает? Сладом вылез. И вот наш Wrangler! Миша, по какой стороне ты будешь ехать? По правой или по левой? Ну? По стенке. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. Да, приехали в Коршабей. Тут красиво, паромы ходят. Tracks me into nowhere. I need your help. I can't fight this forever. Тюлень собственной персоной сидит и говорит «Welcome to Lookout». Мы едем по суперкрасивой дороге, просто вообще нереально красивая дорога в сторону Аляски. И здесь горы, морька. В общем, это очень небезопасно, потому что мы все время смотрим по сторонам, и реально можно вмазаться во что-то. Сняли крышу нашего джипа, теперь можно смотреть на Невка. Едем с открытой крышей! Едем с Мишей с открытой крышей. И смотрим на Невку. Приехали на канатную дорогу. Гору красиво оттуда будет, и сейчас мы уже заходим в нашу канатку. Вот уже сейчас уже. Thanks. По городу тоже раз ехать вечером? Ну да, может надо. Ну будешь штурманом. Только чтоб ты была не Катюк. Почему? Я не знаю, я представляю, как Катюк, я знаю, Катюк наебнет и будет это кричать. Гони, Валентина! Гони! Катюк может. Качелить карусель. Уши закладывать. Прикуривать можно только зажигалкой. Что, прикуривать только зажигалкой? Спичками нельзя?
Булки не раздвигать. О боже. Как унизить так можно? Так нельзя. Это мы так знали. Так, а что нельзя? Потому что можно себе за шиворот нарвать. Если крутанется. Да не, ну так нельзя. Чё оно красиво? Да, пацаны, что-то не ходится вообще. Сильно красиво. Оля, пошли обратно. Но... Нет, сейчас. Оля, ты в кроссовках, там везде песок. Оля, ну серьезно, по сапухе не стоит. Да, ну это... Ничего, нужно тебе уговаривать стоять. Ну, один бурундучок, я... Нет, не надо тебе бурундучка, пошли обратно. Тем более полтинника нет. Шеннон Фоллс, он просто огромный вообще. Мы купили огромную тарелку с морепродуктами. Тут есть краб, устрицы, мидии и всякая другая дичь. Мальчики делают фоточки для Инстаграма. Все делают фоточки для Инстаграма. Это мальчики у нас, пока мальчики-фудблогеры делают фоточки, Миша уже жрет. Да. Мы приехали на фестиваль тюльпанов. Тут типа должно быть все классно, но здесь настольные игры с камнями. Это очень по-канадски. Ну, тюльпаны тоже есть. Там где-то. Так, тут взрослые мужские игры. Нужно водой пропихать уточку, и чья уточка будет быстрее. Мужики, давайте на старт. Внимание. Кажется, Мишина уточка победила. О-о-о, Мишина уточка уже едет обратно. Значит, следует Ярика уточка. Вот уточка Вовы. Давай, Миша, Миша. Миша победил. Что происходит, Оля? Тут профессиональная фотосессия бабочки тюльпанной. Давай, лети! Лети! В общем, шутка номер один про сходство Ванкувера и Амстердама. Это то, что здесь все курят на улицах траву, и можно сказать, что это как бы в Амстердам. И сходство номер два. Мы нашли здесь тюльпаны. Мы идем на водопад. Красивый, без людей. Красиво. И теперь непонятно, где из них наш джип. О, черт. Наш размножается. Норм, парень.
Сейчас мы проведем эксперимент. Может, у нас есть два ключа, может быть, они подходят к двум джипам сразу. Сейчас было бы неплохо. Мы ехали по лесу, канадскому такому сельскому колхозному горному лесу. Едем и видим тир. Да. Такой бандюганский тир почему? Да, да, вполне себе бандюганский тир с кучей гильз, где... Это, наверное, медведи стреляют, короче, тренируются. Там вот. Ну да, там фотка лося. Там, да, там медведи, короче, стреляют в лосей, тренируются, а потом ходят и, ну, сами понимаете. Короче, валим отсюда. Может, мы вверх по течению вообще едем? Да, кажется, мы приехали в реку. Миша? Почему мы в реке? Катюк штурман. Вова, почему мы стоим в реке? Что, Катюк? Этой дороги вообще на карте нет, я не знаю. Может, мы по засохшему ручью едем? Ну, он что-то не очень засохший. Мы отправляем Вову в лес, чтобы он посмотрел, что там, пока мы стоим в реке. Да. Пока, страшно. Вова. Миша, уезжай скорее с тобой назад.